Хейл, если вы шумите, мы продолжаем пройдите по названию Avalon 2. А как вы помните, мы с вами отправились в очень далекое прошлое. И теперь мы с вами пытаемся что-то понять и что-то найти. И мне нужны деньги, все, мы нашли деньги, которые мне нужны. Ох, найс. Давайте я, наверное, сразу отправлюсь в прошлое. Блин, может мне сразу и этот забрать? Шар времени? Как думаете? Why no? Я думаю, why no. Мы сейчас с вами отправимся, заберем шарик. И я попытаюсь в этом времени, в этом вот времени, активировать шар. Для этого нам нужно... Хотя... По факту нужно его забрать. Но давайте, если мы можем отправить более старый предмет, не является ли этот объект тем старым объектом, который нам говорят? В принципе, это недалеко и это не довольно недолго. Ну, займет где-то, пускай, минуты две, так? Хорошо, мне в город не пришлось заходить. Вот он, считай, забрали. Надеюсь, он нам пригодится. Так, мы как раз в город зайдем и купим еще этот браслетик. Ну, типа, я думаю, шар можем мы использовать, чтобы запульнуть его в аномалию. Может быть, произойдет что-то. Ну, давайте, наверное, сделаю сейчас по-быстрому копию файлов. Так, Avalon, Avalon 2. Подождите-ка немножечко. Сейв. Копировать. Это скрыть. Рабочий стол. Сразу на рабочий стол я все скидываю. Удалить. Удалить. Файл. Ставить. Отлично. Так, готово, готово. Полетели. Если вдруг какая-то секретная концовка, чтобы я не потерялся. Меч я обязательно куплю. Надеюсь, я же могу смогу переключаться, надеюсь. Да. Все, теперь я буду получать... Ожалею удачи. При ношении этот предмет вы получаете в два раза больше золота. Все, спасибо, приходите еще. Я могу еще купить ожерелье? Прикиньте, так по 500 закупать себе ожерелье и потом просто дать. Ну блин, я буду миллионером. Ну хотя, мне кажется, мне уже не так уж эти деньги пригодятся. Скорее всего, уже конец игры скоро будет. Ну все равно, мы сейчас отправимся, чтобы зарядить пушку. Зарядим эту чертову пушку, активируем ее, чтобы она запрыгнула хер куда. Снаряд этот. В аномалию оно зарядит. А нихер знает куда. И может что-то произойдет, может какая-то концовочка. Хочешь узнать, что ли? Так, мы называем. После этого мы изучаем временной поход. Ты хочешь что-нибудь отправить в. А, ты получил одобрение анархивиста из Великой Библиотеки. Если у тебя есть разрешение Совета временной этики, то никаких проблем. Что ты хочешь отправить в аномалию? Приходи, если придумаешь. Я могу себя отправить? Лол. Ребят, давайте перед этим мы отправимся в остальные острова. Я просто не знаю, вернусь ли оттуда. Надеюсь, что да. Но там находится один из кристаллов, который нам нужен.
остров Маджелита. Добро пожаловать на остров Маджелит. Этот остров был создан искусственным образом при помощи робоприводов, созданных Центром молекулярных исследований. Мы планируем установить здесь новые Маджелиты в ближайшее время. Конечно, это окончательный вариант, но скоро это место станет популярнее местом отправления во время экспедиции. Это пляжик. Какое разочарование. Я проделал весь этот путь, чтобы увидеть Маджелит, а они еще не установили. Он еще не установлен. И не совсем до конца доверяю этим робоприводам. Что если когда-нибудь искусственный интеллект захватит власть и отправит роботов назад во времени, чтобы убить всех нас? Отсылочка на Терминатора. Хотя это вообще вряд ли возможно. Сооружать. Строить. Увеличивать. Уничтожать? Нет, не уничтожать. Робот. Так вот. Мне уже 99. Вместо попыток путешествовать сквозь время, они должны занимать его спасением. Когда времени не остановится, путешественники будут никуда. Чего? Я понял. Почему мне дали столько золота? Там до хера золота было. Типа у меня сейчас 99. Я взял, у меня было 9. О нет, мне дают по 3. Лол. Давайте отсюда тогда отправляться. Да, хочу. Поехали в верхнюю часть. Она довольно большая, открытая, поэтому, мне кажется, тут куда-то может... нет, туда нельзя. Кусок острова. Центр молекулярных исследований. Это откуда мы пришли, да? Доступ к центру молекулярных исследований разрешен только авторизованным персоналом. А, это ты? Ты уже вернулся? Хорошо, можешь проходить. Помимо исследований для создания новых форм жизни, хорошо приходит ваше изучение по управлению временем. Если все пойдет по плану, мы сможем предотвратить великое разрушение. В центре исследования аномалии работают одни лучшие ученые. Как жаль, что их исследования не принимают целиком из-за чрезмерно усердного совета этики библиотеки. К счастью, у нас нет подобных ограничений. Да, золота довольно много получаем. Шанс пережить великое разрушение 1 к 3720. Ты тоже новичок? Кстати, ты знаешь, что происходит на нижнем уровне? У меня нет доступа к этой зоне, но там что-то невероятное. Ты здесь тоже на новинке? Меня только что приняли в Центр молекулярных исследований. Все то, чем они здесь занимаются, просто невероятно, верно? Это может изменить весь мир. Вот один из самых прекрасных наших созданий. Эти создания могут накаливать энергию природы и хранить ее, чтобы мы могли при желании использовать ее. Все благодаря чудесам молекулярной науки. Изоляция созданий 100%. Нечего докладывать. Это боссы, да, которые, я как понимаю? О, а это похоже на этого покемона. Не помню как. Ладно. При помощи этих созданий в наше распоряжение будут практически безграничные запасы энергии. Вполне вероятно, что этого количества хватит на поддержание нашего главного проекта. Крошка Тики.
сильно подрос. Как считаешь? Такими темпами он станет размером с один из континентов, темных веков. Тогда он создал достаточно энергии сам по себе. Кто знает, может он даже сможет проглотить аномалию? Походу он ее и смог проглотить, потому что он встал на место аномалии. Текущее количество гибридов 34, требуется 10 тысяч. Результат составляющего представления целям. Эти новые гибриды чудесные, верно? Они невероятно... Так, они непременно станут хорошими слугами. О, это демоны те два. Близнеца. Доступ к нижнему уровню разрешен только авторизованному персоналу. Доступ разрешен. Да ладно, я мог пройти на нижний уровень, а вдруг... Ладно. Система защиты практика работает. Возможность применения огня на поражение 2%. Завершение проекта 3-4. Приблизительное время завершения неизвестно. Я проверил личную часть своей жизни, планируя этот проект. Если повезет, я увижу его запуск при своей жизни. Хотя сколько... столько всего еще предстоит сделать. При самых критичных обстоятельствах приходится принимать сложные решения, Г. Мы рассчитываем, что ты будущий следователь за проектом. Источник энергии 3%, предупреждение, уровень энергии недостаточен для запуска. Ты понимаешь, на что способен этот аппарат? Если мы успешно завершим его, то достигнем практического самого бессмертия. Только представь, что если бы мы не извлекли камень времени из аномалии, все это было бы невозможно. Потребуется еще несколько лет для завершения проекта. Судя по всему, Центр молекулярных исследований разобрался с нашими энергетическими проблемами. Но нам придется все закончить самостоятельно. Времени мало, великое разрушение приближается. Так тебя выбрали для проекта? Это большая ответственность, не вешай носа. Какой проект? А, это я помню, место это ж начальная, да, локация? Да, это начальная локация, ребят. То есть мы один из их существ. Ну, мы изучили с вами эту местность, и мы теперь понимаем, что здесь, да и как. Так, получается, что мы делаем с вами сейчас? Мы возвращаемся на первый остров. Я в пушку засовываю шар времени. Скорее всего, он используется, так как он является как снарядом. А более древний предмет, который только был, это когда мы нашли мясо мамонта. Все. Поэтому я на самом деле не думаю, что мне не дадут выстрелить. И в принципе, а хотя там же было сказано, что я использую себя. Поэтому нахера я ехал за камнем. Хотя кто знает, может пригодится. Так что все равно, что у нас только один остров, где мы можем менять время в свою пользу. Полетели к пушке. Ты серьезно? Ты действительно хочешь, чтобы тебя запустили в аномальную через БПГ? Да. Ну ладно. Все должны иметь право на выбор. Спасибо с... на выбор способа смерти, наверное. Готов? У меня плохое предчувствие. Огонь! Опа, там еще каменная какая-то локация есть. Шимики, ты в порядке? Он просто без сознания, мисс Фина. Кажется, мы находимся в самой центре аномалии. Ага, здесь ужасно страшно.
Все какое-то искаженное. Кажется, это из-за временных частот. Это место каким-то образом искривляет реальность. Шимики. А, сработало. Пошли, нам просто нужно найти фрагмент ключа Маджи. Но мы точно не знаем, здесь ли находится фрагмент. Это правда. Но теперь мне... Так. Тем не менее, у меня уже руки чешутся узнать, что же находится дальше. Ну, ребят, это, знаете, мне... О, жесткое. Это очень похоже на... Потом скажу. Это место действительно знакомое. А, действительно странно. Будто реальность как-то искажена. Как будто пространство, временной континуум сжато в одну точку. А это... Интересно, что это такое? О! Ты видел это? Эта штука включилась? Не наступай на нее, это может быть опасно. Не наступай на это может быть опасно. Да ладно. Я еще другие теперь врами. Манать. Что? Да, это странно. Она выключилась сразу после того, как помигала. Ев. А он откуда здесь взялся? Ты что-то сделал, Шимики? Серьезно? Я ничего не видел. Ты наступил на эту штуковину, а затем она включилась. Если это считается загадкой, то довольно слабовато. Мне не очень-то впечатлил тайны этой аномалии. Мама, это знаете, я сейчас скажу. Была игра про Соника, там была 3D, там тоже аномалия вот такая была. Таким же частотами мира. Давайте пасхалки искать. Ну, на Соника ссылочку я сразу уже могу сказать. Ох, Манатину. О, ребят, мне аж тошно становится. Надеюсь, вам там хорошо. Да ладно. Серьезно? Ха, прикол. Знаете, так классно сделано, ребят. Так. Искажение такое жесткое, пипец. О, плюс деньга. А деньги у нас X. Там другая реальность, там другие растения. Так, этот я использовать не могу. Рано. Так, хорошо, давайте исследовать все, что здесь... Ага, вижу проход. Ах ты ж я. Что-то летит сюда. Ой, ну сейчас тоже ж будет размножаться. А, я уже ходить могу. Снова? А-а-а. Прикольно вам.
Так, левел ап. Плюс урон. И хпшка. Да вы надоели, дайте мне кристалл этого забрать. Чёртовы бурильщики. Вот был бы полная отсылка на Соника 3D, если бы здесь еще из них эти падали. Как они называются? Так, ладно, я понял. Ой, они пропадают. Давайте мне уже денег. Просто я беру. Сколько там лошадей? Предмет вы получаете в два раза больше золота. Так я не в два получаю, а до хера. Хотя... Ты это видел, Шимики? Они копировали себя при помощи этой штуки. Хорошо, что это не происходит с тобой, когда ты наступаешь на нее. Ведь Шимики один-единственный в мире. Так, ладненько. Смотри. Судя по всему, тебе придется пересечь бездну. На твоем месте я бы избегал падения. У меня это жуткое чувство, что если ты упадешь туда, то никогда не достигнешь дна. Интересно, какого жить вечно? Полагаю, в итоге тебе надоест. Особо ближе к концу. Так. О, я понял, я тебя понял. Я могу упасть и сдохнуть, я понял тебя. Спасибо, что дала мне совет, чтоб туда и не шел. Ну ладно, поехали. Я должен горшки сломать. Или еще из горшки. Ну, в смысле, я ж успеваю. А, их количество уменьшается. А, все. Все любопытнее и любопытнее. Теперь я слышу звуки, будто эхо разбитых горшков. Но я не вижу осколков горшков. Очередная неразгаданная тайна. Да, горшки ты разбивала. И никто иной. Это уровень слишком простой. Нужно всего лишь наступать на эти штуки и откроется следующий проход. В смысле, не будь жал... Не буду жаловаться, наконец-то мы никуда не спешим. Да, это тебе так кажется. Что ничего не происходит. А до меня это попробую, блядь, докатись. Если еще и боссы такие будут, то это вообще можно грохнуться. Так, я понимаю, мне нужно сейчас способность зависеть. Чтобы вниз мне никак не спуститься.
Прикольно, прикольно, прикольно. Можно быстрее. Мне по-любому сюда, потому что здесь этот бортик есть. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Мне нужно теперь Меноса, да, использовать? Осторожно. Нет. Фу, меня единственное раздражает медленная загрузка. А, подожди, я могу сюда прийти и ударить. Так. Окей. Ага. Прикол понят. Не смешно. Это, короче, сейчас была головоломка на то, чтобы заработать себе сундук. Да? Я вам скажу, это нелегко получить сундук сраный. Ну, я примерно понял, что мне вот тот кристалл, который последний, сбоку. По нему как-то нужно попасть. Вот вопрос как? А-а-а. Ну, блин, это... Ха. Прикол, ладно. Слабо не достало. Слабая так и не достала. Прикольно. Надо только сильная. Двойная. В смысле, блядь? Схера ли я не могу? Что за бред? Мне нужен этот сундук. У меня уже жопа болит. Вот, получилось. Окей. Мне нужно таких 4? А, подожди, это я Маджилит активировал. Ну. А, он не юзай. Он не юзабельный. Пиздец. А если бы вы знали, насколько это на самом деле тяжело, именно понимать, где ты находишься, именно в окружении. Так как картоти нету, и я вижу вот эти запчасти. Мне летающий аппарат все равно нужен. А не ваша черноту. Хотя я могу упасть. Кто сказал, что я буду падать вечно? Интересно, а ну-ка. Вот именно, что не говорил никто, что я буду падать вечно. Только я не понимаю, куда мне идти. Вот единственное, что могу сказать.
Я просто куда-то иду. О. Ага. Ага. Я понял, что мне сюда. А дальше? А дальше? Фу, знаете, это сложно. Это же пипец как сложно. Так, я вижу еще один кусок, но мы его найдем на остальные два в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.